На еженедельной планерке в Думе края вновь получил продолжение вопрос тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов. Остроту, особенно в среде малого бизнеса, вызывает и тема обязательного введения в этом году онлайн-кассовых аппаратов. Причем, согласно федеральному закону, это новшество распространится даже на маршрутные такси и рынки. Существует опасение, что это ляжет дополнительной нагрузкой на предпринимателей, создаст сложности с обеспечением безопасности перевозок и отсутствием скоростного интернета в ряде населенных пунктов. Крайне остро стоит вопрос, и в категории, в том числе, предпринимателей, которые работают без наемных лиц, это вообще вопрос. И та поддержка 16 тысяч, которая есть в краевом по линии региона, конечно, она не покрывает затрат на сами кассы, плюс еще обслуживание и вообще сама нагрузка. Поэтому, на мой взгляд, крайне актуальный вопрос. Вот мы его сейчас там по линии Общероссийского народного фронта прорабатываем. И я бы Юрия Васильевича поддержал, если совещание будет, просил бы тоже уведомить. Крайне острый вопрос. Я думаю, что с учетом и так непростой ситуации по индивидуальным предпринимателям, если это действие вступит в силу, прогнозы разные, но я думаю, что там реально мы получим уменьшение количества индивидуальных предпринимателей в регионе. Что касается вопроса, связанного с онлайн-кассами, опять же, это все в рамках цифровизации страны происходит. Все равно нам необходимо посмотреть, к чему сегодня мы готовы. К чему мы готовы сегодня Ставропольский край, к чему не готов. В тех местах, где мы не готовы все-таки поставить задачи и определить время, с какой скоростью возможно это исправить, чтобы действительно не получалось, пока нет базы, нет возможности, чтобы он не держался за руль левой рукой, а правой за кассу. Безопасность превыше всего. Проведем совещание, я думаю, здесь аппарат посмотрит в ближайшее время, как у нас тут складывается по возможностям заседания Думы. У нас еще с вами празднование 25-летия. Вот посмотреть в ближайшее время, как раз провести совещание. Также законотворцы предложили подумать о расширении списка тех, кому положена льгота при уплате курортного сбора. Например, включив туда нуждающихся в реабилитации инвалидов третьей группы и пенсионеров, получающих выплаты на уровне прожиточного минимума. Этот вопрос станет предметом рассмотрения профильного комитета краевого парламента. Основными вопросами Комитета по образованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и физкультуре стали изменения в закон об уполномоченном по правам ребенка в крае и работа молодежного парламента. Что касается первого вопроса, то изменения в краевое законодательство назрели давно. В этом году Институту уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации исполняется 10 лет. На данный момент должность уполномоченного учреждена во всех 85 регионах России. Кроме того, взаимодействие и сотрудничество на всероссийском уровне осуществляется с уполномоченными Луганской Народной Республики и Республики Южная Осетия. Организационно-правовые формы деятельности у уполномоченных разны. Поэтому федеральный закон, принятый в конце прошлого года, регулирует правовое положение не только уполномоченного при президенте России по правам ребенка, но и основы правового положения уполномоченных по правам ребенка в субъектах России. Это очень долгожданный был для нас закон. Отмечу, что деятельность уполномоченного регулируется краевым законом, принятым Думой Ставропольского края в 2014 году. На тот период законы региональные были приняты лишь в половине субъектов. ФО, такой закон, кроме Ставропольского края, есть в КЧР. Поддержку получило и новое положение о молодежном парламенте при Думе края. Как отметил Артур Насонов, проект постановления касается конкретизации целей и расширения задач молодежного парламента. Совершенствует порядок формирования его состава и организации работы, а также проведение конкурса законотворческих и социально значимых проектов. У реализации госпрограммы формирования комфортной городской среды в предыдущем году и перспективы в наступившем обсуждали на заседании профильного комитета. С 2019 года, с момента старта проекта, на него было направлено более 1 миллиарда 430 тысяч рублей. За этот период на Ставрополье благоустроены 44 общественных и 207 дворовых территорий. Ввиду большой социальной значимости и востребованности, проект получил статус национального и назван «Жилье и городская среда». Губернатором Ставропольского края принято решение о дополнительном выделении средств на благоустройство именно дворовых территорий в объеме 200 миллионов рублей. Это позволит адаптировать субсидирование работ на реально выполнимых условиях. При этом софинансирование предполагается заменить трудовым участием в форме субботников в благоустройстве и озеленении таких МКД.
Помимо этого, принято еще очень важное для нас решение о выделении 257 миллионов рублей на софинансирование заключенных в 2018 году двухлетних соглашений на благоустройство дворовых и общественных территорий. В настоящее время с Минфином Ставропольского края отработан механизм, и средства муниципалитетам будут возвращены в форме иных межбюджетных трансфертов. Законом о внесении изменений в закон Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предусмотрено уже выделение дополнительных средств из краевого бюджета в объеме 469,1 миллиона рублей. С учетом принятых изменений бюджет проекта впервые достигнет рекордных значений в 2019 году и составит 1 миллиард 458,7 миллиона рублей. Для справки скажу, что это больше, чем мы потратили за 2017-2018 год. Учитывая социальную значимость и положительную оценку общества в дальнейшем благоустройстве населенных пунктов, министерством используются все возможные механизмы для привлечения средств федерального бюджета. На указанные цели, одним из которых является всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений, в 2018 году Ставропольский край впервые принял участие в данном мероприятии. Первый опыт оказался у нас удачным. Все 5 заявок, поданных от Ставропольского края, прошли в финал. Депутаты положительно оценили реализацию проекта, обратив внимание на контроль качества проводимых работ и включение в список участников сельских территорий. Надо поискать решение всем вместе, в том числе и вам, как заместителю министра, выйти с какими-то предложениями, чтобы вот эти территории тоже не были обделены. Ну хорошо, рядом же там станица Курская и город Новопавловск. Обидно будет жителям такого же райцентра. В общем-то, они-то в чем виноваты? Люди, что в городе Новопавловске делается что-то, или в городе Георгиевске делается, а там ничего практически по этой программе не делается. Вот ваше мнение, как нам тут подойти к решению этого вопроса и что надо сделать? Я знаю, что там они участвуют. Эти районные центры, села в программе местных инициатив, ряд других направлений есть, но в целом они практически ничего не получают вот из этих средств, которые мы, да, 1,5 миллиарда, это тоже серьезные деньги на этот год. Поэтому хотелось бы вот ваше мнение по этому поводу услышать. В больших городах больше потенциал любой. И поэтому они имеют возможность лучше подготовить заявки. И после чего и родилось вот это поручение о том, что создать конкурс малых городов, где участниками этого конкурса могут являться маленькие населенные пункты с численностью до 100 тысяч человек. И тогда губернатор обратил наше внимание, говорит, а как у нас все-таки? Да? У нас где-то 51-49 в сторону малых городов. Небольшая разница. Но в ходе этого совещания родился еще один вопрос, что Ставропольский край является сельскохозяйственным краем, и у нас за последние годы значительно увеличивается разница в благоустройстве между сельскими и городскими населенными пунктами. И поэтому было принято решение, вот если, допустим, у нас проходило 2 рейтинговых голосования, на основании которых выделяются деньги, 18 марта и 22 сентября. Если в соответствии с нормативно-правовым актом правительства Ставропольского края в первом голосовании 18 марта участвовали преимущественно города и получили субсидии преимущественно города, у нас там были редкие исключения, это село Труновское, это село Александровское, вернее, село Донское, село Александровское и село Кочубеевское, то во втором рейтинговом голосовании ситуация сложилась так. Всего участвовало 13 населенных пунктов, из них 10 – это сельские поселения и 3 города. Я думаю, что вектор в сторону села у нас уже вырисовывается. Нацпроект «Жилье и городская среда» и дальше будет находиться на контроле в профильном комитете Думы края.
Региональный парламент готовится отметить 25-летие с момента основания. В теплой атмосфере прошла торжественная встреча депутатов Думы края, членов комитетов социального направления всех созывов. Думе 25 у многих такая большая часть жизни связана с этим органом. Мы сегодня открыли выставку. Пусть она небольшая, но вехами она отмечает нашу Думу Ставропольскую. Первый созыв, кто был, кто помнит, это вообще становление, вообще написание закона, это вообще сохранение субъекта, такого как Ставропольский край, как единицы, как экономики, как защита от даже границ в том числе. Это совершенно уникальное явление, я бы так сказал, что взять на себя смелость принять такие законы, которые позволили сохраниться и жителям, и молодым людям. Участники встречи поделились увлекательными историями из рабочих будней, обменялись теплыми воспоминаниями о совместной деятельности в Думе. Минуты молчания почтили память ушедших из жизни коллег. Наш юбилей – это вообще возможность взглянуть прошлое и на этом построить будущее. И в этом прошлом очень важно вспомнить людей, которых среди нас уже нет. В стенах Краевой Думы к важной дате открылась и выставка. На стендах собрали всю историю ставропольского парламентаризма последних лет. Экспозицию готовили около месяца. Проект получился благодаря совместной работе сотрудников аппарата Краевой Думы и регионального исторического музея. Вот черный, видите, черненький, усы. Таким старожил Краевой Думы Юрий Гонтарь, он, к слову, работает депутатом все созывы, был четверть века назад, когда стал зампредом регионального парламента. Того самого первого созыва, который начал работу в апреле 1994 года. Практически каждая фотография или документ на стендах – часть жизни депутата. Вот он вместе с коллегами в США, штате, побратиме Айове, представляет только что утвержденную символику Ставрополья. И, кстати, с того времени флаг края не менялся. А вот третий созыв Думы, где Гонтарь – председатель. Пришлись на депутатскую долю Юрия Афанасьевича и сложные времена, когда одной из основных задач была защита края. Его опыт помогает и сейчас, когда край активно развивается. Все равно воспоминания такие, знаете, что я, например, доволен тому, что родился здесь, прожил эту жизнь вот такую, да, в крае, и, может быть, что-то сделал полезное в своем родном крае. Первый созыв Краевой Думы начал работу 1 апреля 1994 года. В экспозицию вошли ключевые моменты становления парламентаризма в регионе. Как прозвучало, это своего рода летопись Думы в лицах, событиях и документах. Каждая фотография, в принципе, те люди, которые с нами идут вместе по этой жизни, которых мы постоянно видим, с кем работаем. И вот эта эволюция вся, которая будет на этих фотографиях отражена, она, в принципе, это жизнь каждого из нас. Поэтому эта история каждого из нас, это история Ставропольского края, это очень важно. Очень много великих, очень значимых для Ставропольского края людей работали в этом здании, работали здесь. Экспозицию готовили около месяца. Проект получился благодаря совместной работе сотрудников аппарата и регионального исторического музея. Особо ценными, как прозвучало, стали фотографии первых двух созывов. Фотографии с заседаний Думы, они хранятся на бумажном носителе в нашем музее. Автор снимка – это известный фотограф, фотокорреспондент газеты «Ставропольская правда» Колесников, который передал весь свой фонд. А впереди еще много интересного. И все это со временем также войдет в экспозицию, только уже к следующему юбилею. А эта выставка будет представлена в Думе до начала апреля.